Вы смотрите информационную программу Deutsche Welle DW Новости. Здравствуйте, наша тема сегодня. Экономика или геополитика, что важнее в борьбе за Арктику? Греческая драма, как вернуть взятые в долг сотни миллиардов? Конфликт в Донбассе, как в Германии помогают детям беженцев? Крымские события и конфликт в Донбассе рассорили Москву и Запад. Однако эта конфронтация Украины не ограничивается. Россия, как и США, считает себя игроком глобального масштаба. Зоной столкновения интересов все больше становится, например, Арктика. Россия считает присутствие в регионе важным не только с экономической точки зрения. Архипелаг Шпицберген принадлежит Норвегии, но расположенный здесь поселок Баренцбург подчиняется России. Этим летом здесь отремонтировали многие дома. Когда-то в Баренцбурге проживали 1500 человек, сегодня в три раза меньше. В советское время здесь добывали уголь, а теперь, по словам российского гида, сюда приезжают туристы. Но норвежцы уверены в другом. Россияне не держат в секрете, что после того, как здесь перестали добывать уголь, это место не оставили, и здесь продолжают жить люди, чтобы следить за тем, что происходит в Северном Ледовитом океане. В начале августа Россия подала в ООН вторую заявку на расширение внешней границы континентального шельфа Арктики. Первую заявку 14 лет назад комиссия ООН отклонила из-за недостатка доказательств того, что эти части шельфа принадлежат именно российской материковой части. Однако Россия уже тогда считала Арктику зоной своего влияния. В 2007 году на дне Северного Ледовитого океана был установлен российский флаг. Москва также усиливает военное присутствие в регионе. Кроме России, на эти территории претендуют и другие страны. Свою заявку в ООН подала Норвегия, а в прошлом году и Дания. Заявки также готовят Канада и США. По мнению экспертов, Россия не преследует экономические интересы. Согласно американскому исследованию, после расширения шельфа объем полезных ископаемых будет очень маленьким. И даже если их будет больше, чем предполагают ученые, Северный Ледовитый океан очень глубокий. Он затянут толстым слоем льда, несмотря на то, что он все время тает. Добыча полезных ископаемых будет связана с большими расходами и инвестициями. Россия, как и другие страны, преследует совершенно другие цели. Речь идет о стратегических интересах. Кому принадлежит Арктика? У кого есть права чем-то заниматься в этом регионе? По словам Гола Барча, Арктика хорошо подходит для демонстрации внешнеполитической и военной силы, особенно в сегодняшней международной ситуации. А пока игра мускулами негативно сказывается на работе норвежских и российских ученых. Они годами изучали поведение белых медведей с помощью специальных датчиков, которые прикрепляли в ошейнике. Но российская сторона прекратила проект. Теперь норвежцы намерены работать в одиночку. Если госдолг Греции разделить на всех ее жителей, получится примерно 30 тысяч евро на нос. Это еще до получения очередного многомиллиардного транша. Отдать кредиты Афины, судя по всему, не смогут ни через 5 лет, ни через 50. Но спасая Грецию, Германию и другие государства ЕС снижают риски для проекта «Единой Европы». Как эта история может отразиться на отношениях Евросоюза с Украиной? Обо всем по порядку. Очередной акт греческой драмы. Бундестаг в среду утвердил третий пакет помощи Греции в размере 86 миллиардов евро. Перед голосованием министров финансов Вольфганг Шойбле призвал депутатов поддержать Афины, ведь они пообещали провести жесткие реформы. Большинство парламентариев его поддержали. Но каждый пятый, видимо, не поверил греческим обещаниям и проголосовал против. Ранее зеленый свет новому пакету помощи дали Финляндия, Австрия, Испания, а также наиболее ярые противники финансовой поддержки Греции – Эстония, Литва и Латвия. А в Нидерландах греческая эпопея грозит превратиться в личную драму для премьер-министра. Оппозиция намерена выдвинуть ему вотум недоверия из-за того, что он поддержал новую помощь Афинам вопреки своим предвыборным обещаниям. Помощь Греции подоспела вовремя, ведь уже в четверг Афины должны вернуть долг Европейскому Центробанку – более 3 миллиардов евро. Впрочем, до счастливого финала греческой драмы пока далеко. И пока судьба Греции не решена до конца, заниматься другими странами, в том числе и Украиной, политикам Евросоюза будет некогда. Не отразится ли греческий кризис и на финансовой помощи Киеву?
Нет никаких сомнений в том, что если Греция попросит больше денег, что, впрочем, нельзя исключить, и если в ЕС будут прибывать еще больше беженцев, то могут начаться разговоры о том, чтобы пересмотреть размеры финансовой помощи Украине. Но пока этого не произошло. К тому же средства Киеву Европейской комиссии уже были выделены, так что у Украины нет причин для беспокойства. Однако из-за проблем с Грецией Евросоюз, по мнению эксперта, отложит планы по своему расширению в долгий ящик. А значит, перспектива вступления Украины в ЕС станет еще более туманной. По данным ООН, зону конфликта в Донбассе покинули более 2 миллионов человек. Среди них огромное число детей. Многие сейчас вынуждены жить в условиях, которые вряд ли можно назвать нормальными. В Германии решили помочь хотя бы некоторым детям на время забыть о конфликте. Это моя палатка. Снаряды летели в наш дом. У нас квартира там, и наша квартира попала, но он не взорвался. И нашего папу чуть не убили. Марине 10 лет. Она может в деталях описать события того страшного дня, когда всей семье пришлось бежать из родного города Стаханова в Луганской области. Дважды их семья попадала под обстрел. Дважды им повезло. Больше рисковать не стали. Утром в 7 часов мы собрали вещи, но там мы мало собрали. Приехали в Харьков. Уже в Харькове семья узнала о программе отдыха в Германии для детей, вынужденных переселенцев. Вместе с сестрой-близняшкой Марина на 2 недели приехала в Берлин, в этот летний лагерь под открытым небом. Сюда же прибыл и Глеб из Зугреса. Родной дом его семья оставила еще год назад, когда туда активно начали заезжать военные. Мы увидели танки, ехали новые машины, которые с пулеметами. Торез, Зугрес, Стаханов, Луганск. В этом лагере собрались дети почти со всех уголков зоны боевых действий на востоке Украины. И об этом свидетельствуют не только их документы. Эта группа детей рисует только черными красками. Они рисуют очень сильные и тяжелые вещи, на которые даже смотреть тяжело. Вы можете только догадываться, что происходит в их подсознании. Дети живут в палатках, ездят на экскурсии, готовят немецкие повара, а на выходных – местные украинские волонтеры. Многие волонтеры, приходящие сюда на кухню работать, в субботу и воскресенье, и приносят с собой сладости, шоколад, мороженое. Для детей здесь главное развлечение – уроки циркового мастерства. Цирк – это лучшая реабилитация для детей-переселенцев, объясняют организаторы программы. И дети, которые занимаются какими-то цирковыми упражнениями, они отвлекаются от тяжелых воспоминаний, которые у некоторых, естественно, есть. Они заняты постоянно, им не приходится замыкаться на себе. Под конец смены дети еще и представляют свое шоу. Ни одной копейки родители детей за отдых не платят. На 120 детей правительство Германии выделило 100 тысяч евро. После 2 недель активного отдыха все мальчики и девочки вернутся в Украину. А сюда в тот же день приедет новая группа детей, вынужденных переселенцев. По словам организаторов, в будущем они планируют создавать такие реабилитационные лагеря в Украине, чтобы помочь большему числу детей. Анджей Вайда, Вим Вендерс, Аки Куайрисмяки и другие представители Европейской киноакадемии обратились к российскому руководству с призывом освободить Олега Сенцова. В среду в ростовском суде начались прения сторон по делу украинского режиссера. Подробности в обзоре новостей. Прокуратура потребовала 23 года колонии строгого режима для украинского режиссера Олега Сенцова, которого обвиняют в подготовке терактов в Крыму. На допросе в суде он отрицал свою вину. Суд в Пскове приговорил к 15 годам строгого режима сотрудника эстонской полиции безопасности Эстона Кохвера, которого обвиняют в шпионаже. Власти Эстонии настаивают, что он был похищен на эстонской территории во время исполнения служебных обязанностей. Евросоюз призвал Россию немедленно отпустить Кохвера на свободу. Резкое ухудшение обстановки в Донбассе обсудили в Вене, где состоялось экстренное заседание ОБСЕ. Для продолжения эффективной работы на Украине наблюдателям ОБСЕ необходима свобода передвижения, а также сотрудничество обеих сторон конфликта, заявили в организации. Силы НАТО приступили к крупнейшим совместным учениям военно-воздушных сил со времен окончания Холодной войны. В них примут участие около 5000 военнослужащих из 11 стран. Учения боевой авиации продлятся до 13 сентября. В Пекине выбрали нового главу Международной федерации легкоатлетических ассоциаций.
Им стал британец Себастьян Коя, двукратный олимпийский чемпион в беге. Коя набрал на 23 голоса больше, чем украинец Сергей Бубка, мировой рекордсмен по прыжкам с шестом. В США одобрили выпуск и продажу препарата для повышения сексуального влечения у женщин. Флибансерин будет отпускаться только по рецепту. В отличие от мужской виагры, препарат для женщин действует на мозг, а не на циркуляцию крови. Последние актуальные сообщения читайте на сайте Deutsche Welle в интернете. Развитие событий в следующем выпуске ДВ-новости, в том числе на каналах наших партнеров. Всего вам доброго!